Да, давненько хотелось, знаешь ли, попробовать чего-нибудь этакого экзотического. Ну, давай попробуем. Так, что тут у нас? Чего? Галутория во фритюре? Это что еще такое? Галутория. Ну, это такая подводная тварь, что-то вроде морской звезды, только больше похожа на гусеницу. Нет, это я точно есть не буду. Что у них тут еще? Морской огурец. Морской огурец, фаршированный молодыми трепангами. Интересно, и как же это он выглядит? Морской огурец. Ну, если я не ошибаюсь, то это такой донный зверь, членистоногий. Какой ты говоришь? А может быть и иглобрюхий. Вот я не помню, но жабродышащий, это точно. Понятно. Ну, про молодых трепангов я вообще не спрашиваю. Ладно, смотрим дальше. Актини, ламинария. О, ламинарию я знаю. Это морская капуста. Терпеть ее не могу. Суп дары моря, шашлык дары моря, соленые уши морского зайца в сладком соусе. Кстати, ты что будешь заказывать? А я возьму вот это, вот это, вот это. Ну и, может быть, вот это. А ты? Ты знаешь, я, пожалуй, возьму картофельное пюре и эскалоп. Без соуса. Слушай, а как ты думаешь, эскалоп-то у них из обычной свиньи? Не уверена. Может быть, из морской?